начнем. Температура 12 часов дня, 34 градуса в тени. Вчера откачивал слабенькие семьи. Ну, откачивал, отбирал рамки. Здесь две рамки, здесь вообще нечего откачивать. Семья слабая. Здесь одну рамку. Вот эту семью оставлял без матки на мед. Ну, залили весь корпус. Так, три рамки отобрал, остальное оставил на развитие. Молодая матка облетелась, начала работать. Так, ну, а майский мед, конечно, принесет только сильная семья. Значит, майский мед уже я гнезда не смотрю, если мед не откачиваю, они заливают тоже хорошо майским медом. Все это остается им на зиму. Каждый улей показывать не буду. Отбор рамок. Чисто так состояние гнезда. Состояние гнезда. Побелка есть. Пчелой обсиживается. Один улик разберу. Покажу, как обстоят дела с медом. А эти так визуально. Это медовики по три корпуса. Одной рукой неудобно. Вот еще одна семья. Эта семейка злая, но злые пчелы мед носят. Мы злых не боимся. Мы любим мед. Вот снял третий корпус с этого уля. Здесь вообще приятно видно, что, не знаю, видно вам, нет, печатка идет. Вот эта половина, рамки печатные. Белая побелочка. Это второй корпус. Внутри здесь снимал тяжелый. Также вытащил рамочку вот. И здесь медок залитый майский и перга. Я потому что поднимал с гнезда в апреле. Вот эти рамочки остаются в зиму. Вот с весны уже рамки готовим на зиму, на которых они будут зимовать. Это майский мед с пыльцой. Это очень идеальная зимовка будет на таких рамках. Вот эта семья, которая в роевом была, тоже неплохо. Пчелы тут было на два корпуса, три, потому что противроевой метод был. Ну, будем смотреть, что там у них. Есть метка на откачку, нету. Вот эту одну семью я на видео разберу, покажу, как мед. Неплохо, семья тоже разбилась. Хороший медовичок. Матка на первом корпусе. Остальные медовые два корпуса. Всем привет! Сегодня 7 июня. Решила откачать майского меда. Для этого я рапса откачивал, поэтому здесь майский мед. Зацветает липа, начинает. Поэтому перед липой хочу откачать майский мед. Ну, где, конечно, рамки уже готовые к откаче, те буду отбирать. Где не готовые, те буду оставлять. Пчелки уже кушать им, и с липой будет медок тоже хороший. Так, значит, сразу третий корпус снимаю, смотрю второй корпус, есть ли там рамки на откачку. Первый корпус я не смотрю и рамки не забираю, там все идет им уже на зиму, это все пчел. Смотрите, корпус у нас тяжелый. Значит, в этом году погода не дала по-нормальному майского меда собрать. Дожди, похолодание, взяток оборвался, когда цвела белая акация. Ну, что-то сильные семьи собрали. Именно сильные, слабые нет. Там если рамочку у них, где на откачку найдешь, все. А вот где посильнее семьи, там что-то у них.
насобирали. Зацветает липа. Перед липой я стараюсь майские откачать, потому что липа, она быстро кристаллизуется. Ну, не особо быстро, но кристаллизуется по сравнению с майским медом. Вот майский мед в том году откачивал, до сих пор еще жив, в смысле, не закристаллизован. Чуть-чуть кристаллы есть. Так, гнездо у меня всегда в первом корпусе, матки здесь нету. Смотрим. Напрыск. Рамка на откачку не идет, но тяжеленькая. Тяжеленькая. Значит, я ее убираю в корень. Такие рамки откачивать не буду. Это уже потом. Тоже напрыск хороший. Взяточек небольшой есть. Появился. Что-то зацвело. Аморф отцветет. Сейчас тоже, если видно, нет. Тоже так залитая рамочка. По килограмму, может, полтора. Вот такие откачивать не буду. То же самое. Напрыск. Рамочка потяжелее, наверное, тоже ее оставлю, не буду. Хотя взятка не было с неделю где-то. Мед пчелы хорошо выпарили, влаги нету. Если трясти, сейчас ни капли меда не упадет. Здесь то же самое. Потихоньку что-то тягает. Да, ну здесь видно, побелка пошла. Пчелки затянули. Вот здесь уже есть рамки на откачку. И тут когда поднимал расплод с первого корпуса, пчелки любят. Ну, такие рамки, я считаю, это идеальны для майского меда. Их, конечно, мало, но... Что есть, то есть. Вот тоже рамка неплохая, солита вся. Печатает местами. Даже насчет трутовый расплод есть. Рамки я не достаю, потому что тут есть малометки пчелась, а здесь, которую я с этих струхаю. Тут тоже идеальная рамочка спечатана. Вот эти я откачиваю, эти маломедные я оставляю. Вдруг не будет взятки, пчелкам надо кушать. И тем самым освобождаю место под им, под новую работу. Пчела должна работать. Четыре рамочки медовых отобрали. Все, идем качать. Накрывать обязательно надо. Пока вот такой тряпочкой. Чтобы не было напада. Так, рамки прибыли после откачки. Так, ну в природе взятка нет. Все-таки очень реагирует. На медок откачанный. Так, все надо делать быстро, дабы не было напада. Все, ставлю третий корпус и отбираю, что там в третьем корпусе. Все, разгоняем. А тут
без ручек подымило. Третий корпус. Челку сгоняем на низ. И начинаем отбор рамок. Не знаю, видно, нет. Вот такая печатка у нас. Крайняя рамка. Ну, все вот такие образы. В принципе, печатка хорошая. Значит, рамки не вытаскиваю, ну, чтобы пчелу два раза не трусить. Потому что можно на бат заработать, пчел взяток особо маленький в природе. Пчелка очень кружится, чужая. Это буду делать все быстро. Красота. Такая красота. Отпечатка похуже. Это вот так сработала трехлетняя матка. О, а вот эту рамку я оставлю. Что-то она легкая. Не знаю почему. Все, иду откачивать. Потому что пчелки чужие собираются. Откачали. Рамочки на место и продолжаем следующий, посмотрим еще, как рамка ставлю, тут смотреть особо нового ничего нет.